Пасха – это самый радостный день для христиан. Воскресение Христа Спасителя – это главное событие человеческой истории и основа христианской веры. Неделя, следующая за Пасхой, именуется Церковью Светлой Седмицы. Это дни Великой Пасхальной Радости. В храмах будут совершаться торжественные богослужения по пасхальному чину, отменяются посты, и все верующие призываются к особому духовному радованию, посещению богослужений, делам милосердия и благотворения. В ночь с 15 на 16 апреля в Натырбовском храме, согласно сложившимся традициям, прошло праздничное пасхальное богослужение. Его возглавил настоятель храма отец Андрей. Служба в церкви на Пасху особенно торжественна, поскольку знаменует собой главное для христиан событие года. За богослужением настоятель храма огласил пасхальное послание и поздравления Майкопской адыгейской епархии. Возлюбленные Господи, всечестные отцы, дорогие братья и сестры, с чувством великой сердечной радости поздравляю всех вас с праздником и торжеством из торжеств. Пасхой Господней, воистину воскресе Христос! Тихон, архиепископ Майкопский и Адыгейский. Прихожан с таким событием поздравила и глава Натырбовского сельского поселения Наталья Косицына. Замечательную воскресную ночь хочу вас всех поздравить с замечательным праздником, Христовым воскресеньем. Так хочется, чтобы эта ночь принесла нам спокойствие, умиротворение. Пусть наконец замолкнут все оружие, все залпы, все ружья. Пусть наступит мир во всем мире. Пусть все, кто ждет своих детей с фронтов, дождутся. Единственное, о чем мы молимся, только об этом. Дай Бог, чтобы действительно мир наступил. Всем вам крепкого здоровья, благополучия. Всех с праздником. Христос воскрес. Прихожане, а их было немало, разделили друг с другом великую пасхальную радость. По окончании богослужения настоятель храма поздравил всех со светлым Христовым воскресением. Поздравим мои здесьличане, поздравляю с праздником, светлым Христовым праздником, чтобы Господь хранил всех, укреплял на многое и благое лето, потому что сегодня Господь воскрес, и сегодня мы с вами совершили это пасхальное богослужение. И все вновь и вновь с ликованием и с праздничным восторгом восклицали: «Христос воскресе! Воистину воскресе, дорогие мои, возлюбленные Христе братья!» Чтобы каждого дом посещал тепло и каждого сердце укрепляло на многое благое лето. «Христос воскресе!» Под утро на территории храма началось освящение праздничной снеди, принесенной верующими. Символы Пасхи по традиции – куличи и крашеные яйца. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!